Это был хаос. Трагедия. Повсюду трупы каменистых планет, и все из-за большого оверштага. И это правда произошло? Правда! Наверное. Смотрите. Юпитер, скорее всего, сформировался тут. Но поначалу он много двигался, приближаясь к Солнцу. Как видите, тут много каменистых планет. А потом из-за Сатурна Юпитер отдалился от Солнца? Именно. Что привнесло много хаоса, смену всех орбит и... по сути, заложила фундамент нынешней Солнечной системы. Я правда сделал это? Да, сделал. И Солнце об этом точно узнает. Солнце? Да. Ты планета-убийца, Юпитер. Теперь обратного пути нет. Прекрати, планета Икс! Ты не помогаешь! Прекрати? Я сказал вам не делать этого! Я вас предупреждал, а вы проигнорировали меня и отнеслись ко мне с высокомерием! Полагаю, что посеешь, то и пожнешь. Я не пытался. Кого волнует, что ты пытался? Это твоя вина. Что? Что? О, ну все, тебе конец. Мои планеты! Что с ними случилось? Эй, Солнце! Что такое? Думаю, тебе стоит спросить Юпитер. Юпитер? Почему ты не на своей орбите? Я... Давай, Юпитер, скажи ему. Я пытался остановить их. Каменистые планеты, они проснулись и попытались покинуть орбиты. Что? Эй! Это не некоторые то, что... Некоторые столкнулись, а некоторые покинули систему. Солнце! Это он правда! Уже... Юпитеру пришлось покинуть орбиту в погоне за ними, будучи большим примером для подражания. Прости, Солнце, я могу вернуться на свою орбиту. Нет! Останься! Если ты двинешься, то это может принести больше хаоса. Это твоя новая орбита, Юпитер. Просто не уходите со своих орбит. Как дела, Нептун? Это невероятно, но мы будто кого-то перебили. Тише, я тут наслаждаюсь. Наслаждаюсь игрой War Thunder, одной из лучших игр своего жанра. War Thunder — это бесплатный онлайн-экшен, который доступен не только на консолях, но и на ПК. Невероятная графика, красочные бои на земле, в небе и среди морских просторов. Прорывая линию фронта на танке, прикрывая наземные войска с вертолетов, торпедируя эсминцы в море и закладывая крутые виражи на истребители в небе. Здесь разные типы техники сражаются вместе на одной карте. Благодаря уникальной модели повреждения в War Thunder не нужны полоски здоровья. Здесь роляет куда и как ты попал. Подбил гусеницу и так не может ехать. Пробил топливный бак, самолет загорится. Все попадания визуализируются в режиме X-Ray. Технику в игре, кстати, можно кастомизировать и прокачивать. Дымовые завесы, тепловизоры и другие передовые технологии в доступе. Да хоть ядерный удар. Вау, звучит эпично! Да! Оу, а еще в игре стартовало обновление «Танец драконов». В игре теперь доступна целая линейка боевых катеров Франции. Испытайте советский фронтовой бомбардировщик Су-24М и легендарный линейный крейсер «Измаил». Ого, уже хочу вступить. Вперед! В игру уже также добавили десятки улучшений по запросам сообщества и два новых китайских истребителя J-10A и JF-17. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании. Все новые игроки и те, кто не заходил в игру полгода и более, получат крутейшие бонусы. Самолет Ла-5 и танк Т-34 на неделю, 100 тысяч серебра, 3 премиумные машины и другие подарки. Поспеши! Сезон бонусов советской техники скоро закончится! Это невероятно, но кажется, мы что-то забыли. Ты ужасен, Юпитер. Достаточно, Икс! И ты, раз защищаешь его, вы оба ужасны. И что же ты хочешь? Признание! Скажите Солнцу правду! Оно возненавидит меня, я не знаю, что оно сделает. В любом случае, это его право. Мы живем в его системе. Так что хватит давить на жалость и признайся. Но даже не думай, что ты сохранишь это в тайне. Пожалуйста, мне нужно подумать. О, не торопись. Но если ты не скажешь Солнцу, то это сделаю я. Он такой неприятный. И он прав. Это не было твоим намерением. А это важно, Сатурн. Просто посмотри, что я натворил.
Солнечная система постоянно меняется. Планеты постоянно сталкиваются. Хватит меня оправдывать. Ты прав. Я не должен тебя оправдывать. Но я также не хочу смотреть, как моего лучшего друга уничтожает Солнце. Так что просто постой и подумай. К этому моменту некоторые важные фигуры системы уже почти на своих местах. Но прежде чем мы перейдем к главному... Планета Икс? Нам нужно понять, насколько все это было необычно. Взглянем на нашу галактику. В ней много солнечных систем с суперземлями, которые движутся очень быстро. Типа они совершают оборот где-то за 100 дней. Но наши планеты медленнее, а каменистые моложе, чем в большинстве систем. Это потому, что большинство наших каменистых планет сформировались из осколков уничтоженных Юпитером планет. Ему, наверное, было тяжко. Опять же, дорогая, они неразумны. Разумные планеты уничтожат наше понимание реальности. Ха, было бы весело. Возможно. Ну да ладно. Прежде чем наша система стала такой, какая она есть, в ней присутствовал еще кое-кто. Привет, вы двое. Можно не сейчас? Ой, простите, я вам мешаю своими призывами к совести. Икс, мне нужно время подумать, как объяснить это Солнцу. Неужели? Просто как по мне, ты дожидаешься того часа, когда я забуду об этом. Это не так, обещаю. Хватит, Юпитер. Ладно, я тебя предупреждаю. Эй, куда? Стой! Это не сработает, Юпитер! Икс, там формируются новые каменистые планеты. Давай не наводить большой беспорядок. Ха! Посмотрите, кого стали волновать другие планеты. Да, и я чувствую себя ужасно. Не совершай моей ошибки. Отпусти меня! Я просто хочу поговорить с Солнцем. Пожалуйста. Что, пожалуйста? Ой, не строй из себя героя. Ты просто боишься за свою поверхность. Я расскажу Сатурн! Солнцу. Иду! Вы меня не заткнете! Икс! О нет! Мы перестарались! Я не знаю, он не остановился! И что же нам делать? Ребят, помоги! А? Ты что-то сказал? Нет, ничего. Помогите! Мы должны ему помочь. Что, ты хочешь уничтожить больше планет? Юпитер, мы крупнейшие планеты, и Солнечная система слишком нестабильна. Если мы продолжим двигаться, то сделаем только хуже. Но что нам сказать Солнцу? Сказать мне что? Солнце, а как долго ты слушала? Достаточно, чтобы понять, что я ничего не знаю. Стоп, а где Икс? Я его не вижу. Он ушел, Солнце. Ушел? В смысле ушел? Он захотел исследовать другие системы, и он ушел. После всего, что я для вас сделала, так и быть. Ну и ладно, планета Икс. Отныне все будут на своих орбитах, и мы все будем друзьями, и планеты больше не будут врезаться друг в друга, или покидать систему, или что-либо еще! Вам все ясно? Да, сэр. Было близко. Сатурн, что? Что нам делать? Поступать правильно, Юпитер. Но мы соврали. Я знаю! Полагаю, нам придется с этим жить. Теперь, когда планета Икс находится в пустоте космоса за гранью пояса Койпера, солнечная система, какой мы ее видим сейчас, начала формироваться, что породило новое поколение каменистых планет.
Но это уже другая история.